В этом видео мы будем проходить радужные друзья, но мы будем коробками. То есть на протяжении всего этого видео мы будем армией коробочек. Из-за чего мы будем очень медленными и очень медленными. Но мы все равно попытаемся пройти. Какой я медленный, ужас. Все, с этого момента мы будем только коробочками. Ой, какие же мы медленные. Ой, ладно. Какой я быстрый. Вот это я понимаю, армия коробочек. Монстры такие увидят. Это что такое? Мы еще даже до двери не доползли, ребята, давайте, нам надо выиграть. Ребята! Тут синий монстр, он смотрит на нас, смотрите. Он, наверное, в шоке от этого всего. Это будет сложнее, чем я думал. Я вижу одну лампочку за ней. Вот две лампочки, извините. По порталу, до свидания, иди за лампочкой. Я пойду. Тут синий монстр. О, я вижу там лампочки, надо их собирать. Зеленый, зеленый, зеленый. О, нет, он может нас съесть, даже если мы будем в коробках. Он меня сейчас догонит. Помогите! Помогите! Помогите, пожалуйста, не ешь меня, я невкусный. Я иду. Теперь зеленый самый страшный и опасный монстр. Так, мы уже собрали целых две лампочки, и мы молодцы. Ну да, я что говорил. У меня еще ни одной лампочки нету даже. У меня две уже. Там зеленый, ребята, отступаем. Отступаем, ребята. Это самая большая стайка коробочек в этой игре. Да. Не преследуй нас, иди давай куда-то там. Он что, так и будет стоять вечно у канализации? Все, он утопал вроде бы отсюда. Так, все коробочки вставляют лампочки, и у нас уже 13 лампочек, осталось еще много. Я уже не могу смириться с тем, что я такой медленный. Это так сложно. Это так медленно. Ну, типа, пока никто не видит, одним из коробки вылезает. Не, нельзя. Мы честно снимаем челленджи. Согласен. Нашли. Еще одного нашли. Нас находят монстры, а мы лампочки не находим. Что-то очень странное. Давайте прыгнем на зеленого. Я хочу. Прыгай. Он уже убежал, он не хочет тебя есть, Мазда. Продвигаемся, ребята. Замок. Ухо, как мы будем пройти фиолетового? Не знаю, что вы придумаете. Все, мы зашли в замок с дуктопом, только тут ничего я не вижу. Да, мы сейчас откроем дверь, и окажется, что мы очень зря проходили весь эту дорогу. И тут даже ни одной лампочки нету, все, разворачиваемся. Уф, какой же я медленный. Я сейчас засну, наверное, пока буду просто пытаться дойти до двери. Приятного сна. Последняя лампочка осталась у фиолетового монстра, а там надо быстро бегать. Надо ее забрать как-то, ребят, идемте. Так, ну чё, кто готов рискнуть туда пойти? Кибер Максимка, вперед! Нет! Как выглядят лампочки? Вон там лампочка, видишь? Она светится, давай, ты сможешь. Там ничего нет, там вообще монстров нет никаких. Ой. Пока, Манда. Мазду съели, нет. И как нам ту лампочку забрать, очень интересно мне. Кибер Максимка, давай. Я не пойду. Давай, иди. Ладно, никто из вас идти не хочет, тогда я пойду. Нет, подожди. Ладно, я не пойду. QRS идет. Все, он пошел, QRS пошел. Так, он смог до камня добежать. Вау, QRS. Герои нашего времени. Шины, которые герои. Убежали от фиолетового чучела. Он опять бежит за ним. Давай, QRS. Нет, герой пал. Нет, герой. Какой-то бесполезный герой у нас. Ребята, надо что-то делать, нам надо достать эту лампочку. Мы в пошлету собрали. Как? Мы тут сидим, думаем, уже тремя пожертвовали, а оказывается, надо было просто с другой стороны зайти и забрать. Ну ладно. Зачем мы пожертвовали нашими героями? Там зеленый идет сзади. Помогите, отступаем. Бежим скорее, давайте. Вон на гушу идет. Давай, лампочку. Где лампочка? А что не работает? Не понял. Где? Вы слишком медленно это все делаете. Главное, до лампочки дошли, а взять ее забыли. Ну ладно. Вау, я здесь вообще не был ни разу. Попробуйте в коробочках кататься. Я в коробочке катаюсь на машинке. Смотрите, коробка катается на машине. Кататься в коробке на машине — это отдельный вид искусства, оказывался. Я забрал лампочку. Ура! Жесткий пон. Теперь мы будем 3 часа еще ползти до базы нашей. Мы смогли. И пришел наш дед. А почему дед не в коробке? Все понятно. Вы видели это? Это очень странно. Он такой смотрит на нас, а тут армия коробочек. Но он улыбается. Теперь нам нужно починить эту машину, будучи коробкой. О, господи.
Ладно, все пошли в ту сторону, я пойду в другую. Нет, его птеродактиль унес он. О! Бежим, я его даже не заметил. Нет, помогите, помогите. Иди сюда, отступаем. Вот сюда отступаем. Ух, вот сюда отступай, отступай. Еще чуть-чуть, и он бы меня бы тоже съел. Зеленый стоит и пытается нас нащупать. Ну ладно, да я пойду пока отсюда. У меня уже целых две канистры. Я опять ничего не смог собрать. Я чувствую себя бесполезной коробкой. Собирай. О, я нашел одну канистру, ура. Теперь я полезный, очень полезный. Полезная коробка. Агуша принес 3 штучки. Так, у тебя сколько дубков? 4. Я снова ни одной канистры не нашел. Нашел, ты одну нашел. Нашел и потерял ее. О, все, мы сделали эту машину. Пушистики, ура, пушистики. Так, мы починили машину, и теперь нам нужно собрать пушистиков. Собирать будем. В коробочке же нельзя носить этих дуб... Пушистиков. Так, мне интересно, как мы будем собирать пушистиков в коробке. А может их толкать можно? Там пуфыфтик. Это что за штука? Что за флеш? Не понял. Придется нам толкать пушистиков. Как его взять? Давай на мостик. Хыть. Давай. Я пытаюсь этого зеленого пуфыфтика уже доставить. Да куда он убегает? Давай, нам в другую сторону надо. Он все дальше и дальше катится. Я за тобой не успеваю. Нет, вот только не скатывайся. Давай, хоп, туда. Давай. Пуфыфтик, который сам докатился до этого. До клеточки. Вот мне бы таких пуфыфтиков, как у вас. А то этот вообще убегает куда-то. В воду спрыгнул. Не хочет сам идти. Он просто боится. Когда эта зеленая штука достигнет верха, дед просто как обычно слезет. А, дед может сам слезть, да? Давайте тогда подождем, пока он слезет. Давайте. Я подумал, это зеленая, это как-то просто... Да, я тоже сейчас хотел сказать. Зеленый. Ладно, давайте. Нет, Кибер Максимка, он его поймал. Он еще одного съел. Зеленый. Злой. О, все, дед сам слезает. Все, я уже устал вас ждать, не собираете ничего. Я пошел, короче. Он спустился сам. Хороший дед. Дед, которого мы заслужили. Не беспокойтесь, все нормально. О, нет. Задача усложняется, пришел. Самый голубой. Миленький. Голубой. Вот сейчас интересный факт. А вы знали, что голубой это девочка? Там было написано, что ты. Он. Теперь знаем. My English is very bad. Ребята, сахар, смотрите, сахар. Начинаем охоту на сахар, это должно быть проще простого. Мы же почему там за сахар сражаемся? Это мой, он мой, да. Я вообще, я ни одного пушистика не принес. Ни одну лампочку не нашел, ни один газовый баллончик не нашел. Я вообще бесполезная коробка. Нет, ты нашел один. Ну вообще-то, ну. Я потерял. Как бы мы тут все коробочки. Где эта голубая находится? Сахар. Вижу сахар, преград не вижу. Сахар. Это мой сахар. Мой сахар. Нет, мой сахар. Пускай вот. Ладно. Вон там еще сахар. Битва за сахар начинается. Да. Я нашел один сахар, я полезный. Ура. Теперь я супер полезным себя чувствую. Ой-ой-ой. Прошу, не ешь меня. Она ушла мимо. Нам нужно найти больше сахара. Я пойду в канализации сахар поищу. А в канализации сахара нет. Зря я сюда топал. Ой. Ой. Я невкусный. Ой. Так, все, он уходит. Вот это у тебя коробка странная, каменная какая-то. Ух, а сахар в чае подойдет? К сожалению, не подойдет. Остался один сахар. Герой, пойдем со мной? Я думаю, ты каменный, ты меня прикроешь. Вон там последний сахар, очень далеко. А я очень медленный. Ой, голубая. Я невкусный. Так, все, я за сахаром. Осторожно. Так, вроде бы все нормально. Все, вроде ушла, давай. И последний сахар. Ухо, личная охрана. Да. Проходите. Какой-то камень и какая-то черная коробка, видимо, подгорела. Ага. Мне просто там, да не важно. Долгий страх. Ладно, идемте сюда. Ух, нам будет быстрее через канализацию пройти. О, нет, там... Не. Давай. Ой-ой-ой, нет, конечно, в канализацию. Сейчас бы прыгнули прямо к зеленому. И он такой... О, привет, ребята. Осталось преодолеть непреодолимые горы. Перейти Антарктиду.
мосты через реки. Чтобы, а где камень? Кажется, его утащили. Бедный камень, его просто взяли и утащили. Давай, еще немного, я уже вижу. А, нет, сахар пропал. Кто? Пропал, я его выронил, что ли? Блин, нам придется обратно за ним идти. Оп. Нет, коробка тонет. Она тонет, буль. Давай, спасаем. А, ладно, пойдем. Ой, все, она идет в другую сторону. Это хорошо. Камень стоит там и ждет, пока мы заберем сахар. Ой. Совсем немного осталось до сахара. Вот куда пропал камень. Он здесь стоит и охраняет последний сахар. Молодец. Уважуха. Поэтому он и камень. На этот раз мы пойдем по канализации. Так будет быстрее. Ой, а где канализация? Я забыл. Почти у цели. У меня последний сахар. Я чувствую себя как самая важная коробка в этом мире. И... Давай. И... Победа! Ура! Победа! Теперь большой милашка сможет поесть сахара после стольких долгих трудов. Наконец-таки мы этого добились. Это работает. Ну да, конечно, работает. Мы столько этот сахар таскали. Даже не представляете. Теперь мы находимся в перевернутых коробках. Те же самые коробки, просто перевернутые. Потому что здесь нельзя превратиться в коробку. Чего они там веселятся, бесятся? Линту Джоси Юпенч. Чё он? Плешка по форме, как коробка, значит мы ничего не нарушаем, верно? Ну да, верно. Мы просто взяли и перевернули наши коробки и добавили им колеса. Обшили железом и все. Пуфыфтики, нет. Мы дошли до конца. Тортик. Давай, тортик. И голубики. Торт. О, нет. Кажись, он думает, что мы не соблюдаем челлендж. Теперь еще у нас есть. Перевернутая коробка гонится за другой перевернутой коробкой с пушистиками. Круто. Ну кто просто молча вводит эту коробку мастерски? С каких пор мы начали вагонетку называть коробкой перевернутой? Ну ладно. Тащи, Дуктоп, давай. Йоу. Пуфыфтики. Надеюсь, тебя не укачает, ух. Я тоже надеюсь. Все эти монстры на нас вообще никакого внимания не обращали, а именно сейчас пытаются нас съесть. Даже этот птеродактиль. Все, голубая на этот раз нас, думаю, сможет съесть. Давай, Утоп, давай. На этот раз вам не сбежать. А, о нет, где наши коробки? Придется добавить магию монтажа. Да, на коробке. Вам конец. Ребята, бежим. Бежим отсюда. Кто знал, что коробки так быстро умеют бегать? У меня тоже. Молодцы. Я хочу обратно, мне там понравилось. Да, мы прошли челлендж быть только коробками в радужных друзьях. Да уж, ура! Это было очень-очень долго. И в некоторых местах это было нельзя сделать. Когда мы не могли перевернуть нашу перевернутую коробку, и мы под ней катались. Да, а еще когда мы убегали от голубого. Короче, как-то так. Спасибо за участие Киоресу, Баптеру, Дуктопу, Кибермаксимке, Паштету, Агуше, Фаопортау. И Угеймсу. Да, и мне тоже спасибо. И всем пока.